Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что принесет вам пятница. Пятница принесет вам то, что какой-то мужчина из прошлого появится, мужчина младше вас. Может быть, даже дети, внуки, но это только в том случае, если у вас были какие-то разногласия ранее. Да, так, еще что я тут вижу? Поездку я вижу, скорее всего, не одну в пятницу. А вот начало нового дела, из-за которого вы будете немножечко волноваться. Да, из-за того, что не знаете, как это дело у вас получится. А вот, так, еще что? Вот много неопределенности, да, эта неопределенность будет вас волновать, конечно же. А вот, но, знаете, это вот для вас про пятницу, это глаза боятся, а руки делают. Вот, все у вас получится успешно. Так что смело занимайтесь, какое-то вот новое дело у вас. Ну, у кого-то может быть, конечно, новая работа или новое направление в бизнесе, новые продукты, товары, услуги, или, я не знаю, какое-то новое действие начнете делать. Вот. Но это все у вас успешно получится. Так, может быть, обучение у кого-то начнется с пятницы. Так, мужчину я тут вижу. Но вы как-то от него закрыты. Мужчина шатен. С голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Да, встречу я с ним вижу. Скорее всего, он к вам с чувствами, с любовными намерениями. Но вы нет. Может быть, вы и ждали его проявления, но нет. Ну, то есть вы закрыты просто от него. Он как бы не нужен, я так понимаю, что не нужны вам его чувства. Но тут есть другой мужчина, сильный, властный, деловой. При должности постарше вас, вот, скорее всего, этого мужчину вы ждете. Может быть, ваш муж или ваш мужчина, вот этот. Вот, поэтому, в общем-то, вы и отвергаете того прекрасного мужчину, который был немножечко выше. Вот, если вы свободны, то тут в любом случае вы какого-то мужчину ждете, вот он объявится в пятницу. Да, вот. И еще какой-то идет мужчина вот из прошлого тоже. Ну вот, ну вы тоже как-то не сильно ему рады. Вот, единственное, что здесь могут вернуться в пятницу вам долги какие-то. Если кто-то вам должен, то очень возможно, что вернут какие-то долги. Ну и бывший мужчина точно 100% в пятницу тоже объявится. А вот. Так, еще попозже вечером я вижу разговор с какой-то женщиной. Да, что-то вы с ней будете обсуждать, будете чем-то делиться с ней. А вот, да, и снова бывший, вот прям все про бывшего, вот целый день. Такое ощущение, что он прям прохода давать вам не будет. Вот такой будет для вас пятница. Обязательно запишитесь на бесплатную консультацию по ссылочке в описании. И карта совета. Ой, девочки, конец и начало. Тут могут у вас одни отношения закончиться, новые начаться, в общем-то. Или это может быть также связано с работой или с бизнесом. А совет такой: нужно освободиться от старого, чтобы могло появиться новое. А я желаю вам всего самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока!